Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Well, that you're having a festival for a few days. Мне сказали, что у вас несколько дней уже проходит фестиваль. Празднуйте годовщину установления Божественной Джаганатхи Бхуванеси Падме. 20 лет. And what is the festival? Как называется фестиваль? I know the name. What are you doing to celebrate? А что вы делаете, чтобы отпраздновать это событие? Запишешь это, лекции, катание на лодке, запишешь это. How many days? In a row? And this is what they. Today's the second. Today's the second. And what happened yesterday? Сегодня. И сегодня. Махату. Подношение. Вчера. Письменное, right. И танцы. Что вы делаете там? Расхаяться там. И катание на лодке. И после завтра. Магдалиновка тоже. Завтра и воскресенье. Здесь. Там. How many years you been doing it like this? The first of this kind. 20 years in this. The first of its kind. Okay. When I think of festivals for the deities, there's a few verses in the Srimad Bhagavatam I like to read from. И когда я говорю о фестивале, который проводится для удовлетворения божеств, то есть несколько стихов Шримад Бхагаватам, которые мне нравится цитировать в этой связи. It's Krishna's instructions to Uddhava. Это наставление Господа Кришны о Удаве. And he's describing the qualities and characteristics of devotees and what they do in worship of him. В этом, в этой серии стихов Господь Кришна описывает качества преданных, а также чем занимаются преданные и как они поклоняются Кришне. Another chapter he also describes the exact some details about worshiping the deity. И в другой главе той же самой песни Господь Кришна описывает различные детали поклонения божествам. But those aren't so much relevant, except that especially if you're just here for the, specifically for the pujaris. Но то описание не так уж актуально для нашего нынешнего обсуждения, потому что в основном это описание предназначается для пуджари. Although there are a few verses in that chapter, a few verses in chapter 27, interesting verses actually. Хотя в 27 главе этой части песни также содержится несколько очень интересных стихов. Where he describes others who can derive benefit from worshiping the deity and specifically for creating, facilitating their worship. Который написывает то благо, которое люди получают благодаря поклонению божествам, а то особенно, когда они создают все условия для поклонения божествам. I'll read those verses first.
Я вначале прочитаю эти стихи. It interests some of you. И кому-то из вас эти стихи покажутся любопытными. Krishna is telling in these instructions, he's saying that one who offers the deity gifts of land, markets, cities and villages. В этом стихе Господь Кришна говорит, что если люди предлагают божествам такие дары, как землю, land, markets, cities and villages. Предлагают в дар рыночные площади, предлагают города и деревни в подарок божествам. So that the regular daily worship and special festivals of the deity may go on continually. Так что можно было постоянно продолжать поклонение божествам и особенные фестивали для их удовлетворения. Will achieve opulence equal to my own. Господь Кришна говорит, что такие люди, которые подносят божествам такие дары, обретают процветание, которое равно моему собственному процветанию и богатству. Are you familiar with this verse? Вам известен этот текст? Теперь, да. Interesting though, how Krishna concludes it. Интересно, как Господь Кришна подытоживает это обсуждение. The next verse he says, by installing the deity of the Lord, one becomes king of the entire earth. Когда кто-то устанавливает божество Господа, то он становится императором всего мира. By building a temple for the Lord, one becomes ruler of the three worlds. Человек, который строит храм для божества, становится владыкой всех трех миров. By worshiping and serving the deity, one goes to the planet of Lord Brahma. Поклоняясь и служа божествам, человек возвышается до планеты Господа Брахмы. And by performing all three of these activities, one achieves a transcendental form like my own. Но занимаясь и тем, и другим, и третьим, человек обретает трансцендентный облик, подобный моему. But one who simply engages in devotional service with no consideration of results, fruit of results, attains me. Но человек, который занимается преданным служением, не рассчитывая на какое-то вознаграждение, достигает или обретает меня. Thus, whoever worships me according to the process I have described will ultimately attain pure devotional service. Поэтому кто бы ни поклонялся мне в соответствии с процессом, который я описал, в конечном счете обретает чистое преданное служение. So one can get all of these benefits from establishing festivals and opulent worship of the deities. Итак, человек может обрести все эти блага, если будет устанавливать божества и поклоняться им в храме. But anyone who does it to please me, they get me. Но Господь говорит, если человек поклоняется, делает все это для того, чтобы порадовать меня, то обретает меня в результате. Then he concludes the chapter by explaining what happens to somebody who steals from the deities. И затем он завершает. We won't go into that. Затем он завершает главу, описывая, что происходит с теми людьми, которые что-то крадут у божеств, но мы это читать сегодня не будем. It's pretty serious. Там серьезные последствия, обещается. But that's not the verse I was going to read tonight. Но сегодня я собирался читать другой стих. This is Srimad Bhagavatam. Chapter 11. Шримад Бхагаватам, 11 глава, 11 песня. Verse 34 to 41. Это 11, 34 по 41 текст. Есть русская книга? 11 песня, 11 глава. 11 песня, 11 глава. My dear Uddhava, one can give up false pride and prestige by engaging in the following devotional activities.
Мой дорогой Удова, человек может очиститься, отказавшись от ложной гордости и престижа, бедно занимаясь следующей деятельностью. One day. One may purify oneself by seeing, touching, worshipping, serving, and offering prayers of glorification and obeisances to my form as the deity and to my pure devotees. Поклоняясь, служа и вознося молитвенные гимны моей форме божества и моим чистым преданным, а также созерцая и касаясь их. One should also glorify my transcendental qualities and activities here with love and faith in narrations of my glories and constantly meditate on me. Необходимо прославлять мои трансцендентные качества и деяния, слушать с любовью и верой описание моего великолепия и постоянно размышлять обо мне. One should offer to me whatever one acquires and accept oneself as my eternal servant. Человек должен предлагать мне все, что пришло к нему волею судьбы, и всецело вручить себя мне, считая себя моим вечным слугой. One should give oneself completely to me. Он должен постоянно... One should always discuss my birth and activities and enjoy life by participating in festivals, such as Janmashtami, which glorify my pastimes. Он должен постоянно беседовать с другими о моем рождении и деяниях и наслаждаться жизнью, принимая участие в праздниках, таких как Джанмаштами, которые посвящены моим играм. In my temple, one should also participate in festivals and ceremonies by singing, dancing, playing musical instruments and discussing me with other Vaishnavas. Следует также участвовать в торжествах и церемониях, которые проводятся в моем храме. Пусть он делает это с песнями и танцами, играя на музыкальных инструментах, и разговаривая обо мне с другими вайшнавами. One should observe all the regularly celebrated annual festivals by attending ceremonies, pilgrimages, and making offerings. Нужно отмечать все ежегодные праздничные дни, присутствуя на соответствующих церемониях, совершая паломничество и делая подношения. One should also observe religious vows, such as Ekadasi, and take initiation by the procedures mentioned in the Vedas, Pancharatra, and other similar literatures. Кроме того, человеку следует соблюдать религиозные обеты, такие как пост на Джанны и Кадыши, и получить посвящение, пройдя через обряды, упомянутые в Ведах, Панчаратре и других подобных писаниях. One should faithfully and lovingly support the installation of my deity, and individually or in cooperation with others, one should work for the construction of Krishna's conscious temples and cities, as well as flower gardens, fruit gardens, and special areas to celebrate my pastimes. Он должен с верой и любовью содействовать установлению моего божества и лично или в сотрудничестве с другими возводить храмы сознания Кришны, строить вайшнавские города и поселения, разбивать цветники и сады и обустраивать места для празднования моих игр. One should consider oneself to be my humble servant without duplicity, and thus should help to clean the temple, which is my home. Избегая двуличия, нужно считать себя моим смиренным слугой и помогать в уборке храма, который является моим домом. First one should sweep and dust thoroughly, and then one should further cleanse with water and cow dung. Сначала следует подмести пыль и вынести мусор, а затем очистить все водой и коровьим навозом. Having dried the temple, one should sprinkle scented water and decorate the temple with mandalas. Протерев поверхности насухо, нужно окропить храм ароматизированной водой и украсить мандалами. One should thus act just like my servant. Таким образом, человек должен действовать как мой слуга. A devotee should never advertise his devotional activities. Therefore, his service will not be the cause of false pride. Преданный не должен похваляться своим служением, тогда оно не приведет к появлению у него гордыни. One should never use lamps that are offered to me for other purposes, simply because there is need of illumination. And similarly, one should never offer to me anything that has been offered to or used by others. Ни в коем случае нельзя использовать лампады, предложенные мне для других целей, например, для освещения комнаты. И ни в коем случае нельзя предлагать мне то, что раньше предлагали другим или чем другие уже пользовались. Whatever is most desired by one within this material world, and whatever is most dear to oneself, one should offer that very thing to me. Самое желанное и дорогое для себя в материальном мире человек должен предложить мне. Such an offering qualifies one for eternal life. Такое подношение сделает его достойным вечной жизни. Those were the verses. I haven't got to the purport yet.
Вот это стихи, которые я хотел прочитать, и мы даже еще не прочитали комментарий к ним. Those were Krishna's words to Udhava. Это личные слова Кришны, обращенные к Удаве. I'm not going to read the whole purport. I'm just going to read a small section of it. Я не прочитаю весь комментарий, а лишь небольшую часть его. The purport says, as far as possible, large festivals should be held all over the world so the people can gradually learn how to perfect human life. В комментарии говорится, необходимо как можно чаще проводить по всему миру большие фестивали, чтобы люди постепенно смогли понять, как сделать свою жизнь совершенной. Слова «Мамарча, Стапана и Шрада» в этом стихе очень важны. Here Lord Krishna states that one should have faith in his deity worship, since the Lord is personally present as the deity. Господь Кришна провозглашает здесь, что надо с верой поклоняться Его Божеству, поскольку в виде Божества присутствует Сам Господь. The words Udyano Pavana Krita Pura Mandira Karmani indicate that there should be a serious endeavor to construct beautiful temples and Vaishnava cities with ample parks, orchards and flower gardens. Слова Удьяно Павана Крида Апура Мандира Кармани означают, что следует прилагать серьезные усилия для возведения прекрасных храмов и вайшнавских городов с роскошными парками, садами и цветниками. Shri Gurudeva Tanya Nama Om Vishnu Gadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Matya Bhaktivedanta Swami Tinamane Namaste Sarasvati Devi Gurubhari Prachari Nirvishesha Shunyavani Vashna Chari Satarade Jai Shri Vishnu Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadarha Shri Vasari Gaurabhaktivedanta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's kind of ironic, because just today I was telling devotees, there's too many festivals. Это звучит очень иронично, потому что вот сегодня я жаловался преданно на то, что слишком много фестивалей. Everywhere I was saying that everywhere I go it's from one festival to the next. И я жаловался на то, что постоянно переезжаю с одного фестиваля на другой. And I was saying I need a break from so many festivals. И я говорил, что мне похоже понадобится взять передышку от фестивалей. And here I am reading a verse about the importance of festivals. И вот сегодня стих. Читаем стих, и в нем говорится о том, как важно проводить фестивали. Of course, Srila Prabhupada also said that every day in Krishna consciousness should be like a festival. Разумеется, Шрила Прабхупада говорил, что каждый день в сознании Кришны это как фестиваль. And Bhaktivinoda Thakur in his Chaitanya Shikshamrita also speaks about the importance of festivals, especially for the deities. Шрила Бхактивинода Тхакур в читании Шикшамрити также описывает важность проведения фестиваля, особенно для удовлетворения божества. He says that if one has the facility to make a festival for the deities and doesn't do it, it's considered to be a very serious offense. Более того, он говорит, что если у человека есть условия и возможности для проведения фестиваля, такого фестиваля для вайшнавов, и он не делает этого, тогда это считается серьезным оскорблением с его стороны. And the emphasis that he makes is that the purpose of the festivals is that it should be for everyone's benefit. И таким образом Шрила Бхактивинода Тхакур подчеркивает, что фестиваль предназначен для блага всех, без исключения людей, кто в них участвует. Just like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also has given instruction about festivals. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур также говорит о важности проведения фестиваля в следующих словах. He said he gave five purposes for the festivals. Он перечислил пять целей проведения фестиваля. He says the first purpose is to give everyone a chance to associate with devotees. Первая цель проведения фестиваля — это дать всем возможность общаться с преданными. The second purpose is to free others from their material attachments. Вторая цель проведения фестиваля — это помочь людям освободиться от материальной привязанности. The third is to give everyone a taste for chanting
the holy names of the Lord. Третье — это дать всем вкус к воспеванию святых имен Господа. The fourth is to engage in the service of Hari, Guru, and Vaishnavas. Четвертое — это занять всех в служении Хари, Гуру и Вайшнава. And this fifth is one more. I forgot what it was. Еще пятое. To display compassion for all living entities. И явить сострадание ко всем живым существам. He says, this is the five purposes for conducting festivals in our mats. Вот это пять целей проведения фестивалей в нашем матхе, сказал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. So festivals are meant to benefit everyone. Итак, фестивали — это назначены для блага всех. First of all, benefits by coming into the association of devotees, one gets an opportunity to hear the instructions and pastimes of the Lord. Во-первых, когда человек получает возможность общения с преданными Господа, то он также достаивается возможность слушать и воспевать славу Господа. And festivals which glorify the deities are also meant to be compassionate to others by giving everyone an opportunity to render service to the Lord. И фестивали, которые проводятся для того, чтобы достать удовольствие божествам, также являются способом проявления сострадания ко всем, потому что эти фестивали дают каждому возможность оказать какое-то служение Господу. Just like we oftentimes speak about the compassion and mercy of Lord Jagannath when he goes out into the streets and gives everyone the opportunity to take his darshan. Как часто мы говорим о том, насколько сострадательный Господь Джаганнат, когда он выходит из храма на улице, и каждый может получить его даршан. And what to speak of to pull the ropes of the chariot. Не говоря уж об удаче потянуть колесницу за веревку. In fact, just recently, where was I? Oh, Mažeikiai, in Lithuania. Yes, in Lithuania I was. We had a Ratha Yatra festival. Недавно мы участвовали в фестивале Ратха Ятры, который прошел в литовском городе Мажейки. And it's a relatively small town. Это небольшой городок. Not a big city. Небольшой, это не является большим городом. But the devotees there had organized the Ratha Yatra festival, and I wasn't used to coming to the beginning of the Ratha Yatra festival and seeing so many people, and I thought, what? I said, immediately said to the devotees, what's the event the devotees are doing the Ratha Yatra festival at? Я не привык приходить к началу фестиваля Радхат и видеть такие толпы, которые я увидел там. Я пришел, увидел огромную толпу людей, которые стояли вокруг колесницы. Я не поверил своим глазам и даже спросил у преданных, а что это за мероприятие в городе, к которому мы приурочили свою Радхаятру? Because I thought it was a city event, and then devotees were doing Ratha Yatra as a part of it, because there was so many people there. Там было такое большое количество людей в этом маленьком городишке, что я подумал, что наверняка это толпа с какого-то другого случая, а преданные просто воспользовались моментом и провели Радхаятру. And then the devotees said, no, they're there for Ratha Yatra. И мне преданные сказали, нет, они как раз на Радхаятру и собрались. And about, I'd say 80% of them were non-devotees. Примерно 80% из этой толпы были непреданные. Very large crowd of non-devotees there, and you could tell they were not. It's looking at something like they've never seen before. И можно было видеть по их лицам, что это люди, пришедшие первый раз на такое мероприятие, потому что ничего подобного они в своей жизни не видели. So first we had an artik to Lord Jagannath. Had kirtan and arati to Lord Jagannath. Мы провели киртан, провели арати Господу Джаганнатхе. And then Bhakti Chaitanya Swami gave a little talk. Затем Бхакти Чайтанья Свами. No, it was Bhakti Chaitanya. I think it was Bhakti Nanda's. Bhakti Swarupa Chaitanya Swami. Bhakti Swarupa Chaitanya Swami, вернее, он прочитал небольшую лекцию. And he encouraged everybody to pick up the ropes. И в своей лекции он вдохновил всех взять в руки веревки. And everybody who's just coming, they're just real eager to grab the ropes. И все кинулись хвататься за эти веревки с огромным рвением. The devotees didn't even have to take the ropes. All the non-devotees grabbing the ropes. И преданным даже не осталось место на этих веревках. Все эти веревки оказались в руках гостей, непременно. And they were pulling Lord Jagannath. Они стали тянуть за веревки Господа Джаганнатха. And they took part in the whole procession. И шли с этой процессии до самого конца. And actually, when I looked at this and I was looking at all the people getting Lord Jagannath's mercy,
I'm not very sentimental, but I actually started to cry. Хотя я не очень сентиментальный человек, но когда я видел, с каким энтузиазмом, рвением эти люди, непреданные, тянули Господь Джагнатху за веревки, я стал плакать. I was just thinking, but just so merciful, and how Prabhupada's conception was, and actually bringing Lord Jagannath into the streets so that people get an opportunity to render service. И я поразился тому, насколько милостивый Господь, и также проникся понимание глубины плана Шрилы Прабхупады, который специально организовывал такие фестивали с Господом Джаганатхой на улицах городов, чтобы люди могли получить милость Господа. What to speak of take is darshan. Не говоря уж о даршане Господа. So, one of the purposes of organizing festivals around the worship of the deities is to be compassionate on others. Поэтому одна из целей проведения фестивалей для удовлетворения божеств вокруг их интересов – это проявить сострадание к другим. Give others an opportunity to render some service for the pleasure of the Lord. Дать другим людям возможность оказать какое-то служение ради удовлетворения Господа. To hear the pastimes of the Lord and to develop a awakened taste for chanting the holy names of the Lord. Услышать о играх Господа, также развить себе вкус к повторению и пению Его святых имен. And as we said, Bhaktivinoda Thakur specifically states that if one has the means to have such festivals to glorify the deities and doesn't do it, then it's considered to be a serious offense. И как мы сказали уже, Шрила Бхактивинода Такур предупреждает, что если у человека есть возможность для проведения таких фестивалей для удовлетворения Господа, для божеств, и он не делает этого, то это становится серьезным оскорблением с его стороны. So although I'm going to too many festivals, I'm glad I was able to come and take part in this small part of this festival. И хотя я уже достаточно часто посещаю фестивали различного рода, но я был рад возможности принять небольшое участие в этом фестивале сегодня. And tomorrow I have to leave for another festival. Завтра я уеду на другой фестиваль. And after that festival I have another festival. И после того фестиваля наступит новый. And after that festival we have another festival in Kiev, the installation of the deities. А после того фестиваля я пойду на еще один фестиваль в Киев, где будет праздноваться установление божеств. And then after that festival I have to go to Lithuania for the Baltic Summer Festival. После того фестиваля я поеду в Литву на литовский прибалтийский фестиваль. And after that festival, I'm going to New Vrajadam for a festival for Radha Shyam Sundar. А после того литовского фестиваля пойду на фестиваль New Vrajadam для празднования фестиваля в честь Шри Рады Шьяма Сундара. And after that festival, I go to Kazakhstan for another festival. А после этого пойду в Казахстан на другой фестиваль. So somebody may think, boy, that's all you do, you just go to festivals. Well, if you take sannyas, you can go to a lot of festivals. Принимайте сannyas, и сами поймите, что это значит, все эти фестивали. It's a lot of work, too. Это очень тяжелая работа, на самом деле. But one of the important functions of the festivals is to glorify the pastimes of the Lord. Но очень важная часть проведения таких фестивалей – это прославление игр Господа. So I was thinking that today is a festival in glorification of Lord Jagannath, Baladeva Subhadra. И поскольку сегодня мы празднуем фестиваль в честь Шри Джагнатха Баладевы и Субхадры, of course, they have their pastimes of the Ratha Yatra festival, which are one of many of their pastimes. Разумеется, Шри Джагнатха Баладева Супадра проводит свой знаменитый фестиваль Радха Ятра. Это одна из их игр. But what came to my mind, one of the pastimes of Lord Jagannath that I really like is the pastime with his devotee Pundarik Vidyanidhi. Но мне очень нравится одна особенная игра, которую проявил Господь Джагнатха. Это игра со своим преданным, которого зовут Пундарика Видьяниди. Of course, that pastime is a pastime of Lord Jagannath and also Lord Chaitanya. Разумеется, эта игра не только Господ Джагнатхи, но и также самого Господа Чайтани. It's also another pastime of Lord Jagannath with Lord Chaitanya, which just came to my mind. Pastime of Sikhi Vahiti. It's a short one, I'll tell that one first. Еще одна история, которая связана с Господом Джагнатхой и с Господом Чайтани, история Шики Махити. Я расскажу ее первой. These pastimes took place in Jagannath Puri. Обе эти игры произошли в Джагнатха Пури. Sikhi Mahiti, he was a very staunch devotee of the Lord.
Шеки Махити отличался непоколебимой преданностью Господу. He and his sister Madhavi and his brother, who is known as Murari Mahiti. И он, и его сестра, и также его брат Мурари Махити. They were all very, very staunch devotees of Lord Chaitanya. Его сестру звали Мадхави, и все трое были непоколебимы своей преданности Господу Чайтанье. And they were known for their devotional qualities and their devotional service and for their unceasing service to the Lord 24 hours a day. Они славились тем, что служили Господу, не покладая рук круглыми сутками, и также славились своим духом служения и самим служением, которое они оказывали. One time, Сики Махити, he was sleeping and he had a dream. Однажды Шеки Махити увидел сон. And in the dream, let's see what happened. The dream, he saw he was at the temple of Lord Jagannath. И во сне он увидел, как он пришел в храм Господа Джаганнатхи. And in the temple of Lord Jagannath, he saw that Lord Chaitanya was there in the temple, and Lord Chaitanya would go to the deity of Lord Jagannath, and he would enter into the deity of Jagannath, and then he would come back out again. И во сне он увидел, как Господь Чайтанья также был в этом храме Господа Джаганнатхи, и во сне он увидел, как Господь Чайтанья заходит в божество Господа Джаганнатхи, потом снова выходит из него. And then this would continuously happen in the dream. Это происходило снова и снова в его сне. Он видел, как Господь Чайтанья заходит и выходит. He would see Lord Chaitanya enter into the body of Lord Jagannath, and then Lord Chaitanya coming out of the body of Lord Jagannath. Он видел во сне, видел снова и снова, как Господь Чайтанья заходил в тело Господа Джаганнатхи и затем снова выходил из него. And he was feeling great ecstasy. И Шеки Махити чувствовал огромный экстаз от этого зрелища. But then his brother and sister came to wake him up. Но потом его пришли будить, его брат и сестра. And when they woke him up, he was in complete ecstasy and telling them about what he saw in his dream. И когда они разбудили Шеки Махити, он в экстазе стал рассказывать им, что увидел во сне. So in that dream, he began describing to his brother and his sister exactly what was happening, what he saw with Lord Chaitanya entering into the body of Lord Jagannath. Он стал рассказывать им во всех деталях, как Господь Чайтанья в его сне входил в тело Господа Джаганнатхи, затем выходил из него. Oh, also what happened in the dream, another important point. И еще один важный аспект его сна. Yeah, this is very important. Очень важный. And the last time that Lord Chaitanya came from the body of Lord Jagannath, he came to Sikhi Mahini and he held him in his embrace. Последний раз, когда Господь Чайтанья вышел из тела Господа Джаганнатхи, он подошел во сне к Шеки Махити и очень крепко обнял его. And when he held him in his embrace, that's when he was woken up and he was feeling such great ecstasy. He held in the embrace of Lord Chaitanya. И вот именно на этом моменте его и разбудили. Он проснулся и был в экстазе от того, что Господь Чайтанья во сне обнял его. So he began to describe the dream that he had to Madhavi and to Murari Mahiti. Он стал пересказывать свой сон Мурари Махити Мадхави. And then they decided, let's go to the temple. И решили вместе пойти в храм. So they went to the temple of Lord Jagannath, and there, in the Kirtan Mandap, in the temple of Lord Jagannath, Lord Chaitanya was standing there. И когда они пришли в храм Господа Джаганнатхи, то обнаружили, что в нем, в Киртана Мандапе, перед божеством Господа Джаганнатхи, стоял лично Господь Чайтанья. And he was standing in the exact same position that he saw Lord Chaitanya standing in his dream. И Господь Чайтанья не просто стоял, но в том же самом положении, на том же самом месте, в котором Шеки Махити видел его в своем сне. Just after he had come out from the body of Lord Jagannath, he was standing there and he looked at Shikha Mahiti as they walked into the temple. Он стоял в том самом месте, в котором оказался, когда вышел из тела Господа Джаганнатхи последний раз. Затем он повернул голову и посмотрел на Шеки Махити, когда он заходил в сопровождении своего брата и сестры в храм. И затем Господь Чайтанья подошел к Шеки Махити и обнял его. Exactly what happened in the dream. Именно так, как он увидел во сне. So, of course, this is one way that Lord Chaitanya reveals that he is not different than Lord Jagannath. Господь Чайтанья являет это один из способов, которым Господь Чайтанья показывает, что он не отличен от Господа Джаганнатхи. And in this other pastime with
Pundarik Vidyaniti, also this same characteristic is described. И другая история, которая произошла с Пундарика Видьяниди, описывает то же самое качество Господа. How Lord Chaitanya and Lord Jagannath, they are the same personality. Его качество не от личности от Господа Джагнатхи, они одна и та же личность. They were having a particular festival in Jagannath Puri. It was the festival of Udanashasti. Jagannath Puri в это время проводился особенный фестиваль для Господа Джагнатхи в честь Удана-шашти. Do you know the devotees know what this festival is? Вы знаете, что за фестиваль Удана-шашти, который проводится для Джагнатхи? Проводится его здесь? Удана-шашти. Одежда, да? Одежда, да. Предлагается новая одежда Господу. Particular type of edition. Вполне конкретный, особенный вид одежды предлагается Господу. It's a festival when the deities are offered new clothes. Во время этого фестиваля Господу предлагаются новые одеяния. And not only they offer new clothes, but they're wearing different sets of clothes all during the day. Они не только получают новые одежды Божества, но также они носят различные одеяния в течение всего дня, они их переодевают снова и снова. And therefore, on this particular day, the pujaris, they prepare new cloth for the deities, and in particular they put on type of cloth which is still brand new and it hasn't been washed yet, it's still starched. И в этот день пуджари одевают Господа в различные наряды один за другим, и эти наряды, поскольку они совершенно новые, их еще недостаточно отстирали от крахмала. And Lord Chaitanya, he was also present at that festival all day long. Господь Чайтанья присутствовал также на этом фестивале в течение всего дня. And Vrindavan Das Thakur actually describes how Lord Chaitanya, who is non-different from Lord Jagannath, he is both the worshipped and the worshipper, both manifesting in the same place at the same time. И Vrindavan Das Thakur описывает эту историю, говорит, что Господь Чайтанья выступает в этой лиле одновременно как тот, кто поклоняется, и как объект поклонения, и проявляется в обоих этих местах одновременно. Just as Lord Chaitanya also was personally present through the Rath Yatra festival, and he was worshipping himself, Lord Jagannath, in the same way at this particular festival, Lord Chaitanya was personally present and worshipping himself. Также как на фестивале Рath Yatra, Господь Чайтанья одновременно поклоняется Господу и выступает в роли Господа, одновременно пребывает в образе поклоняющегося и в образе объекта поклонения. Точно так же во время фестиваля Удана-шашти Господь играл эти роли одновременно. And he stayed there all day long. Throughout the whole festival, as different outfits were offered to Lord Jagannath. Господь Чайтанья оставался на протяжении всего фестиваля, пока Господу один за другим предлагали различные наряды. And they had kirtan under the deities. Божество также радовали киртаном. It was a festival. Был настоящий фестиваль. At which Lord Chaitanya himself was taking part. И сам Господь Чайтанья принимал участие в этом фестивале. And Pundarik Vidyaniti, he was also present at that time, and he was began to speak in such a way about the pujaris. И Пундарика Видьяниди, который участвовал в этом фестивале, вдруг стал говорить следующие слова о пуджаре. He was present there with Swarup Damodara Goswami. Он обращался с этими словами к Сварупе Дамодаре, с которым был на фестивале. And he started to say things about the pujaris that was a little critical of him. Он стал говорить слова о пуджаре, которые были немного критичны в их адрес. He was trying to understand that why is it that the pujaris are offering Lord Jagannath cloth which hasn't been washed first. Он стал недоумевать, почему пуджари предлагают Господу одежду, которая еще не отмыта от крахмала. He said, according to scriptural injunctions, the deity should be offered fresh, clean cloth, but these pujaris are offering cloth that hasn't been washed. It still has the starch in it, and it's not proper. В соответствии с шастрами, сказал Пундарика Видьяниди, божествам нужно предлагать свежие, чистые одежды, но эти пуджари предлагают им сейчас одежды, которые еще толком не отстираны от крахмала. Это неправильно. Of course, Vrindavan Das Thakur explains within the context of this pastime that the Lord put Pundarika Vidyaniti in illusion to make these statements. Vrindavan Das Thakur объясняет, что в этой игре сам Господь лично погрузил Пундарика Видьяниди в иллюзию, чтобы он смог произнести эти слова. Because sometimes he likes to put his devotees in illusion and then dispel the illusion. Иногда Господу нравится помещать своих преданных в иллюзию, а потом собственноручно рассеивать ее. Just like Arjuna. Arjuna was put in illusion, then the Lord dispelled his illusion. Арджуну также поместили в иллюзию, а потом рассеяли ее.
So he also put Pundarik Vijayaniti in illusion to start making these critical statements about the Pujaris, and he was saying some pretty harsh statements, like that they shouldn't do such service, like they shouldn't do things like this. И точно так же Пундарика Виджаниты, Господь поместил Пундарика Виджаниты в люди и подбил его на такие критичные высказывания в адрес Пуджари. И он достаточно резко от них отзывался, говорил, чем они так делают, они не имеют права так поступать и оказывать такое служение, неподобающее Господу. But the Lord did it because he actually wanted to establish the true qualities of Pundarik Vijayaniti, very rare and exceptional qualities of Pundarik Vijayaniti. Но Господь сделал так, потому что Он хотел всем продемонстрировать удивительные, редкие, исключительные качества Пундарика Виджаниты. Actually, Pundarik Vijayaniti was Vrishabhanu in Gaura Lila. Потому что в Гора Лиле Пундарика Виджаниты это Вришабхану в Кришне. And Lord Chaitanya used to refer to Pundarik Vijayaniti as father. И Господь Чайтанья называл Пундарика Виджаниты своим отцом. Because of course Lord Chaitanya was in the mood of Srimati Radharani. Потому что сам Господь Чайтанья пребывал в настроении Шримати Радхарани. So he had a very deep relationship with Pundarik Vijayaniti. У него были очень глубокие отношения с Пундариком Виджаниты. So certainly this was the Lord's arrangement that Pundarik Vijayaniti would begin speaking this way about the servants of Lord Jagannath. Поэтому Господь лично устроил все так, что Пундарика Виджаниты произнес эти критичные высказывания в адрес Пуджари, слуг Господа Джаганнатха. So he's telling Sri Rupa Damodara that the Pujaris are making a serious offense by offering the cloth that has not been properly washed to the Lord. И вот Пундарика Виджаниты говорит Сри Рупа Дамодаре, эти Пуджари вообще не понимают, что они делают, они совершают серьезное оскорбление, предлагая Господу Джаганнатху не отстиранные от крахмала одежды. And Sri Rupa Damodara tried to explain to him that actually this is all the Lord's pastime, you shouldn't find fault. И Сри Рупа Дамодара пытался урезонивать его, говоря, на самом деле все это игра Господа, ты не должен выискивать недостатки. The Lord wants these events to take place like this, otherwise certainly the king would stop it if it wasn't pleasing to the Lord. Если бы Господу не нравилось, то сам царь наверняка бы вмешался и помешал им пожаре поступать таким образом. Но поскольку Господу нравится, все происходит своим чередом. But then Pundarik Vijayaniti said, "Oh, it's one thing for the Lord to do it. He can do anything. He's the supreme personality of Godhead." На это Пундарика Виджаниты возразил: "Да, конечно же, одно дело, если Господу самому нравится, он может делать все, что угодно, он же в конце концов верховный личный Бога." And whatever he does is his pastime. Все, что бы он ни делал, является его игрой. He said, "But does that mean that those who serve the deities of the Lord, they're also not different from the Lord, and whatever they do is also the Lord's pastimes?" Разве это значит, что те люди, которые поклоняются Господу, также не отличны от Господа, и все то, что им заблагорассудится сделать, также становится игрой Господа? So he is very harshly again disagreeing that they shouldn't do anything like this. Поэтому он очень резко возражался у Бхагавадари, говоря, нет, они не должны так поступать. And then they finished their discussion, and then it was a very animated discussion. It was a friendly discussion. Поскольку они были друзья, их беседа была очень оживленной, дружеской. В конце концов она завершилась. And then they both decided to go. It's time to go home. Они решили оба вернуться по домам. So Pundarik Vijayaniti, again, during his sleep, he had a dream. И вот во сне Пундарика Виджаниты также приснился сон. And in his dream he saw Lord Chaitanya. Во сне он увидел Господа Чайтанью. And then Lord Chaitanya manifested as Lord Jagannath. И Господь Чайтанья во сне превратился в Господа Джагнатху. And he came together with Balaram. И подошел к Пундарике во сне с Баларамом вместе. And Lord Jagannath and Balaram in his dream they approached Pundarik Vijayaniti and they said, "Why you criticizing the devotees in this way?" Они подошли к Пундарика Виджаниты во сне и сказали, Господь Джаганнатх и Баларам сказали, а ты чего критикуешь наших преданных? Don't you know that this Odana Shasti is my pastime? Ты разве не знаешь, что Odana Shasti это моя игра? And then they started slapping him in the face. Они стали отдавать ему пощечины во сне. It actually explains they slapped him continuously for 2 dandas, I think, which is 48 minutes, almost an hour. Вот они почти час, две данды, говорится в описании, почти час не унимались и стали его по щекам. Достаточно серьезные Makes me think of something I once witnessed.
Это я при этом вспомнил об одном происшествии, которое я непосредственно. This isn't Jagannath Lila. Лицезрел. Это не Джагнатха Лила совсем. But I once saw somebody who got slapped in the face continuously. Но я увидел, как у меня на глазах пощечины одно за другой давали одному человеку. I won't describe the circumstances under which it happened. Я не буду описывать те обстоятельства, при которых это произошло. But it was somebody who was caught stealing. Но просто поймали вора. And one of the devotees in the temple caught him and started slapping him in the face. И вот когда этого вора поймали, один преданный, дело было в храме, один из преданных храма этого вора схватил и стал отвешивать ему пощечины. His face started. Лицо этого вора стало пунцовым. It was quite a serious offense of what this person did. На самом деле этот человек совершил очень серьезный проступок. And it was the circumstances were such that the devotees were forced to actually take the situation into their own hands to prevent it from happening again. И обстоятельства были таковы, что преданным пришлось взять наказание в свои руки, иначе бы оно повторилось снова. Happened in New York about 40 years ago. Это произошло в Нью-Йорке примерно 40 лет назад. It was quite a heavy situation. И ситуация была довольно серьезной. Anyways, being slapped even for 5 minutes, this person's face started. Но когда этого человека просто 5 минут подряд хлестали по щекам, вот его лицо раздулось, опухло. He was just being slapped, that's all. Его просто били по щекам, вот так вот, по щечинам давали. So, for almost an hour, Pundarik Vidyanidhi was being slapped by Lord Jagannath and Baladev simultaneously. А Пундарика Видянидхи хлестали по щекам одновременно Джагнат и Господь Баладев одновременно в течение часа. So, and then after finishing chastising him and slapping him, then they left and they returned to their abode. Ну вот когда они вдоволь его отругали и отхлестали, они ушли обратно в свой обитель. So when Pundarik Vidyanidhi woke up in the morning, Пундарика Видянидхи проснулся с утра. He put his hands to his face. Приложил ладони к лицу. His face was all swollen. И увидел, что его лицо было опухшее. It was filled with welts. Welts? И у него были кровоподтеки на. Like blisters. Кровоподтеки на щеках. And he could immediately understand that the Lord. Really chastised him. И по этому признаку он понял, что это был не сон. Господь по-настоящему его отругал. For saying these things about his devotees. За то, что он осмелился такие вещи говорить в адрес его преданных пуджари. And he was feeling within his heart, he was feeling so purified and so happy to be been chastised by the Lord. И он в своем сердце чувствовал очень большую радость и очищение того, что его собственноручно отругал Господь. Of course, there's many examples in Chaitanya Charitamrita. Where the Lord personally chastises the devotees. И в читании Чаритамриты есть очень много таких историй, в которых Господь лично отчитывает своих преданных. But in all of those examples, generally, the Lord chastises the devotees while he's awake, not while he's sleeping. И как правило, во всех этих историях Господь Чайтанья отчитывает своих преданных и наказывает их наяву, а не во сне. And everybody gets the opportunity to see how the Lord is so merciful in chastising the devotees because they get to see it with their own eyes. И каждый видит, насколько Господь милостив, лично наказывая своих преданных, потому что это наказание происходит у них на глазах. In fact, even in Advaita Acharya, when he saw how Lord Chaitanya chastised Kamala Panta Vishwasa, he was Advaita Acharya, when he saw the mercy that Kamala Panta Vishwasa got from the Lord. Когда Адвайта Ачарья, например, увидел, как Господь Чайтанья отчитывает его слугу Камалаканта Вишвасу, he went back to Lord Chaitanya and said, "How is it that you are so merciful to Камалаканта Вишвасу by chastising him this way?" Он подошел к Господу и сказал: "Господь, почему же ты являешь такую удивительную милость Камалаканте Вишвасу?" You banned him from your association. Ты запретил ему вообще появляться тебе на глаза. He said, "But you've never been that kind of merciful." Displayed that much mercy to me. What do I have to do to get this kind of mercy? Но никогда не являешь такой милость мне. Что должен сделать я, чтобы заслужить такую же милость, как он получил от тебя? And he helped Kamalakanta Vishwasa tremendously also, because Kamalakanta Vishwasa was very disturbed when he was chastised in this way by the Lord. Этими словами Адвайта Ачарья также очень сильно выручил Камалаканта Вишвасу, потому что тот испытывал сильное беспокойство за слово Господа. In fact, he came.
he chastised Kamalakanta Vishvasa because Kamalakanta was thinking that Advaita Acharya owed money to Lord Jagannath. На самом деле Господь Чайтанья отругал Камалаканту Вишвасу за то, что тот осмелился подумать, что Адвайта Ачарья задолжал Господу Джаганнатхе. And he actually asked if he could clear Advaita Acharya's debt for him so that Advaita Acharya wouldn't have to have a debt to the Lord. И он более того попросил разрешения оплатить долг Адвайта Ачарьи самостоятельно, чтобы Адвайта Ачарья не ходил в должниках у Господа. And Lord Chaitanya became very angry. He says, "How can you say such a thing about Advaita Acharya?" И Господь Чайтанья разгневался не на шутку, потому что он сказал, как ты можешь вообще осмеливаешься такие вещи говорить об Адвайта Ачарье? On one hand, you glorify Advaita Acharya, saying that he's the supreme personality of Godhead. On the other hand, you're saying that the supreme personality of Godhead has a debt to the king. С одной стороны, ты говоришь, что Адвайта Ачарья является верховной личностью Бога, а с другой стороны, утверждаешь, что эта верховная личность Бога задолжала царю. So Lord Chaitanya chastised Kamalakanta Vishvasa. Это Господь Чайтанья отругал Камалаканту Вишвасу. And Advaita Acharya saw how the Lord chastised him, and because he saw it, he immediately went to the Lord and said, "Why aren't you that merciful to me?" И увидев, как Господь Чайтанья отчитывает Камалаканту Вишвасу, Адвайта Ачарья обратился к нему с просьбой: "Почему ты не явишь такой милости мне?" So generally, when the Lord chastises the devotees are always accepting it as mercy of the Lord because that the devotee understands the Lord recognizes me as a servant. Otherwise, why would he chastise me? Каждый раз, когда Господь отчитывает своих преданных и предлагает им кому наказание, то преданные считают это милостью Господа, потому что понимают, что тем самым Господь показывает, что Он принял этого преданного как своего слугу, иначе зачем ему наказывать этого преданного? In fact, as we know, Advaita Acharya, because he was always treated by respect, with respect by Lord Chaitanya, he also was hankering for the day that Lord Chaitanya would recognize him as a servant and chastise him. Мы знаем, что Адвайта Ачарья всегда чувствовал со стороны Господа Чайтаньи большой почет и уважение, именно так он относился к нему с большим почтением, и поэтому мечтал о дне, когда Господь Чайтанья все-таки примет его как своего слугу и будет обращаться с ним соответственно. So Advaita Acharya, in order to get the Lord to chastise him, he started preaching Mayavada philosophy. Для того, чтобы побудить Господа Чайтанью отчитать себя, Адвайта Ачарья стал проповедовать философию Майявады. Therefore, the Lord came and he dragged to Advaita, the home of Advaita Acharya, he dragged him from his seat and he started punishing him, and Advaita Acharya was in ecstasy. Господь так и поступил, узнав о том, что проповедует Адвайта, он пришел к его дому и стащил его с сиденья, на котором тот восседал, и стал осыпать его ударами, и стал его ругать за то, что тот проповедовал эту философию, и Адвайта Ачарья, что он испытал экстаз. Generally, whatever the Lord would chastise the devotees, people would see it. Поэтому, когда бы Господь не отчитывал других преданных, люди видели это. But in this particular case, with Pundarik Vijayanidhi, it happened in his dream. В этом случае наказание, которое получил Пундарика Виджаниди, произошло с ним во сне. Nobody saw it happen. Никто не видел наяву, как это произошло с ним. But everybody saw what happened. Но все увидели последствия этого наказания. So the following morning, when Pundarika Viджаниди woke up, he put his hands to his face and said, "It happened." На следующее утро, когда Пундарика Виджаниди проснулся, он приложил ладони к щекам и понял, да, это на самом деле произошло со мной. Lord Jagannath, Lord Baladev, they came and they punished me for the things I said about his servants. Lord Jagannath и Baladev пришли ко мне и на самом деле наказали меня за то, что я осмелился сказать в адрес их слуг. And he didn't want to go out because he was afraid that others would see him and he would have to explain it. И он не хотел выходить на улицу, потому что боялся, что люди заметят его опухшее лицо и будут спрашивать, а что случилось, ему придется объяснять. So generally every morning Swarup Damodar, he would come and he would get Pundarika Viddhi and the two of them would go to the temple of Lord Jagannath. Обычно по утрам Swarup Damodar приходил к дому Пундарика Виддхи и оба отправлялись на даршан Господа Джаганнатха. So the following morning Swarup Damodar came to where Pundarika Viddhi was staying and Pundarika Viddhi didn't come out. He didn't want to go out. И так и произошло. На следующее утро пришел Сарупа Дамодара и ожидал, что Пундарика Виджаниди выйдет из дома, они вместе пойдут в храм, но этого не произошло. Пундарика Виджаниди не вышел, он не хотел выходить. So finally, Swarup Damodar, he went in and he said, "Pundarika, what has happened to your face?"
И в конце концов, не дождавшись выхода Пундарики, Сварупа Дамодара сам зашел внутрь и, увидев, в каком состоянии находился Пундарика, там он не смог, он не поверил своим глазам и спросил, что случилось с тобой, что у тебя с лицом? What did you do to yourself? Ты что себе сделал самим собой? And Pundarika then took Swarupadamodara and said, come inside, I need to talk to you and tell you what happened. И Пундарика не сказал, пойдем внутрь, я тебе расскажу, что случилось. And then he began explaining exactly what happened, how Lord Jagannath and Lord Balaram came to him in the middle of the night in a dream and chastised him. И все в подробностях рассказал ему, как глухой ночью к нему пришли Господь Джаганатха и Баладева и наказали его за то, что он говорил. And Swarupadamodara immediately could understand how fortunate Pundarika's divinity was. Свароподамодара немедленно проникся осознанием величия, великой удачи, которую обрел Пундарика. He said, this is a precedent that I've never heard of before. И Свароподамодара сказал, вот об этом я никогда не слышал, это беспрецедентно. He said, I've never heard of the Lord chastising somebody like this. In your dream, you must be very special. Никогда не слышал, чтобы Господь кого-нибудь вот так во сне наказывал. Ты, наверное, какая-то особая личность. Some may think, well, yes, the Lord comes to them in a dream, and, you know, but how many devotees will wake up the following morning and see the consequences of the chastisement in their dreams? Кто-то может сказать, ну да, но Господь же приходит на во сне, да, но кто из преданных потом на следующее утро может видеть последствия прихода Господа? Vrindavan Das Thakur explains that actually this is a special quality and characteristic of Pundarika Vidyaniti, as the Lord put him in illusion and then he dispelled his illusion. Vrindavan Das Thakur объясняет, что в этом появилось особое положение Пундарика Вединити, которого Господь лично поместил в иллюзию, затем рассеял эту иллюзию сам также. In order to glorify his devotee. Чтобы прославить своего преданного. So, just as in that dream, Lord Chaitanya first appeared, and then Lord Jagannath and Balaram appeared. Также как во сне Господь Чайтанья появился вначале, затем появился как Господь Джагнатх и Баладев. And of course, in the dream, as we described of Sikhi Mahiti, how you saw Lord Chaitanya entering into the body of Lord Jagannath and then coming out of the body of Lord Jagannath. И также во сне Шики Махити увидел, как Господь Чайтанья входил в тело Господа Джагнатха и затем выходил из него. We can understand that. Lord Jagannath and Lord Chaitanya, they are both non-different, the Supreme Personality of Godhead. Из этого можем понять, что Господь Чайтанья и Господь Джагнатх, они отличны друг от друга, они верховные личности Бога. But you have the opportunity on such festival days as today and to commemorate your 20th anniversary of the installation of Lord Jagannath. В такие праздничные дни, как сегодня, у вас у всех есть возможность прославить Господа, отметив его 20-летнее годовщину установления. And as Lord Krishna explains in the verses we just read from the 11th canto of the Bhagavatam, и как Господь Кришна объясняет в стихах, прочитанных нами только что из 11-й песни Шримад-Бхагаватам, that whenever there are such festivals and glorification of the deities, there should be discussions of the pastimes of the Lord in this particular form. Когда к нам проводят фестивали, подобные нынешним фестивалю для божеств, мы также должны обсуждать игры, которые являются. So now we'll have arti. Сейчас у нас будет арти. And we'll have kirtan to fulfill another purpose of the festivals. И киртан, который мы также осуществим еще одну цель проведения фестиваля. Is to get the opportunity to associate with devotees. Целью фестиваля является получить возможность общаться с преданными Господа. I don't know how free from material attachments everyone will become as a result of this festival. Не знаю, насколько освободятся от всех материальных привязанностей участники его результатов, его проведения. But if you're fortunate enough to be chastised by the Lord or by the devotee of the Lord, because in many places actually it's described that both by the Lord or by his devotees to be chastised is great mercy. Но у вас может появиться возможность быть отруганным или наказанным Господом или Его преданными, потому что в многих местах Священного Писания говорится, что и то, и другое, и наказание от рук самого Господа и от рук Его преданных является великой удачей и милостью. And in this way, the third purpose of the festivals is to display compassion to everyone. И третья цель проведения фестиваля – явить сострадание ко всем. To give everybody the opportunity to engage in the service of Lord Hari, the spiritual master, and the Vaishnavas. Дать всем возможность заняться служением Господу Хари, духовному учителю Вайшнавам. So, hopefully, in the course of these 5 days, while all of you are participating in the festival,
you'll be able to achieve all of these objectives in the association of devotees. И надеюсь, на протяжении этих пяти дней этого фестиваля, у каждого из вас появится возможность и всех этих целей проведения фестиваля в обществе Вайшнава. And according to the instructions of Lord Krishna, as he had given them to Uddhava, и в соответствии с наставлением Господа Кришны, которое он дал Удаве, that everyone should also see this as an opportunity to facilitate the worship of the Lord. Каждый должен видеть в этих фестивалях возможность помочь создать дополнительные условия для поклонения Господу. Lord Krishna specifically said that if one does some service for the Lord, then he should be very careful not to advertise his service. Господь Кришна также предупреждает, если вам удается, выпадает возможность совершить какое-то служение Господу, нельзя хвалиться этим служением. This is also a very important part of proper worship of the Lord, that he's not doing it for fame, for prestige, for profit. Это еще одна очень важная часть и важное условие поклонения Господу. Нельзя поклоняться Господу, рассчитывая на то, что прославиться или заработать какую-то репутацию в обществе преданных, или получить какую-то взду за это. He does it for no other purpose other than to give pleasure to the Lord. Преданные занимаются служением Господу только ради одной цели, не ради какой-то другой, просто чтобы порадовать Господа. If one tries to advertise one's service, then he loses the benefit of that offering. Если человек похвалится своим служением, то теряет вот это благо, ради которого служение по-настоящему осуществляется. Therefore, specifically, Krishna told Uddhava that one should never advertise his service to the deities. Поэтому Уддхава предупреждает, а Кришна предупреждает Уддхаву, что преданный не должен хвалиться своим служением. Otherwise, face the consequences of becoming filled with pride. В противном случае ему грозит опасность начать гордиться. And he also says that one should offer something very dear to the Lord. Более того, говорится, что нужно предлагать что-то очень дорогое себе Господу. He even said, what is most dear to oneself, one should offer to the Lord. Более того, Господь говорит, что нужно предлагать Господу то, что самое дорогое для вас. Might not be the easiest thing to do. Может быть, это не самое легкое предложение, предлагать самое дорогое, что для вас есть. I remember when I said this once before, when I was a temple president in Boston 40 years ago. There were many people who would bring things to give to the temple. But they were generally the things that they replaced because they were worthless and they couldn't use anymore, so they would bring it to the temple and give it to the temple and offer it to the deities. Они уже не могли использовать сами, потому что эти вещи стали совершенно рухлядью или развалинами, поэтому они приносили их уже сами, покупали новые себе. They would buy a new fancy car. Например, они покупали роскошную машину себе. Bring it to the temple and ask the devotees, will you offer arti to the car and bless our car? Новую машину, и привозили ее в храм, и говорили, могли бы вы благословить нашу машину, провести арати этой машине. Put Mahaprasad on the car and so that we will have a happy life enjoying this car. Чтобы вы помазали эту машину махапрасадом каким-то, чтобы мы могли потом на ней счастливо разъезжать и наслаждаться жизнью. And then they would say, oh, by the way, the car that we can't use anymore because it needs to be repaired, but not so much repair is required. We want to offer that to the temple. А вот у нас есть правда, они говорят, между прочим, у нас еще осталась старая машина, она немножко сломалась, правда, не слишком сильно сломалась, ее чуть-чуть там подремонтировать, и она будет очень хорошо служить. Вот мы предлагаем ее храму. Things like this, they would happen a lot. И часто происходили такие вещи. But Krishna told Uddhava, that which is most dear to oneself, he should offer to me, and then get the benefit of eternal life. И Господь Кришна говорит, что нужно предлагать мне самое дорогое, что у тебя есть, и тогда человеку достаивается вечная жизнь. Of course, sometimes people think, well, if I give it to the temple, it won't be for the deities. Everybody else will use it. При этом люди думают, ну да, если я предложу это самое дорогое храму, то использовать это будут не божества, а вот все остальные живущие в храме. And sometimes people are reserved about giving to the deities because they're afraid that the deities won't actually benefit from it. И так иногда это останавливает иногда людей от таких дорогих пожертвований, думая, что ну вот я предложу это божествам, но до божества это не дойдет. But then that's why it's big responsibility is to organize such big festivals in service of the deities. Поэтому на нас лежит ответственность проводить такие фестивали для того, чтобы служить божествам.
Because everything is for the pleasure of the deity. Служение божествам, потому что всё должно быть предназначено для их удовольствия. Prasadam is offered to the deities, so many different opulent preparations are offered for them. Prasad должен предлагаться божествам, должно быть очень много, очень роскошные, вкусные блюда, предлагаемые для их удовлетворения. I was telling the devotees when we installed the deities in Kharkov. Рассказывал историю преданных в Харькове, когда мы устанавливали там божества. That we were taught in the early days that whenever you went to the temple, you never would go, you should never go empty handed. Нас научили в ранние годы движения, что когда мы приходили, не приезжали в храм, мы никогда не должны приходить в храм с пустыми руками. When we always, in the early days, when we would come to the temple, we always had something to offer to the deities. Когда мы приходили в ранние годы в храм, мы всегда имели какой-то подарок для Бога, который приносили. It's just the way we were trained those days. Нас так обучали в те времена. Didn't have to be opulent. Не обязательно этот подарок должен быть. Krishna says if one offers me a leaf, flower, fruit or water, or love or devotion. Кришна же говорит, что можно подарить мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или воду. Bring whatever. I would used to bring nuts. Я обычно приносил орехи. There was a store nearby where I could get really good nuts, so I'd bring nuts for the deities. Потому что у меня по соседству был очень хороший магазин, где продавались качественные орехи. Я обычно приносил эти пожарные божества. And that, of course, it's the responsibility of the pujaris that whatever is brought for the deities has to be offered to the deities. И, разумеется, на пуджаре лежит ответственность предлагать все, что приносится божествам. Big responsibility the pujaris have. Это огромная ответственность, которая лежит на них. So here Krishna is saying that we organize such big festivals and everything can be done for the pleasure of the deities. И поэтому Господь Кришна говорит, что нужно проводить такие большие фестивали ради удовлетворения Господа, пожалуйста. And if one makes such offerings for the Lord's pleasure in this way, in big festivals, then one will get the opportunity to obtain eternal life. Если человек будет проводить такие фестивали, предлагать Господу различные подношения для их удовлетворения, то он заслуживает и удостаивается вечной жизни. Just as Krishna said in the 27th chapter of the 11th canto, in verses we just read before. Как Господь Кришна сам говорит в 27 главе 11 песни Шримад-Бхагаватам, которую мы только что стихи, из которой мы только что прочитали. That you can become a king of the planet, or you can go to the planet of Lord Brahma. Что человек благодаря такому служению божеству может либо стать царем всей планеты, либо вознестись на планету Господа Брахмы. He gets so many benefits by facilitating the worship of the deities. И он может получить много разных благ от того, что будет помогать в служении божеству. But the devotees who do it simply exclusively with the desire for my pleasure, they get me. Но преданные, которые занимаются всеми этими видами служения, говорит Господь, только их исключительно для моего удовлетворения получают меня. That's the difference between the devotees and those who have some fluid of desire. They think, oh, what will I get? В этом разница между преданными и теми, которые вынашивают какие-то корыстные желания, потому что вот эти корыстные люди думают, а что же я получу в обмен? And when devotees serve and worship the Lord in such a mood of intense devotion and selflessness, и когда преданные поклоняются, служат Господу в духе бескорыстного служения и полного сосредоточения на Господе. Then there is wonderful reciprocation between the deity and the devotee who serves him and worships him in that way. То божество откликается на их служение удивительным образом. This, as we just read in those verses from Lord Krishna to Uddhava, nobody is barred from serving the deity. Как мы прочитали в этих стихах, описывающих, в которых Господь Кришна описывал поклонение себе Удаве, нет никаких препятствий или ограничений для служения. Каждый может участвовать в этом. It's not just the pujaris. Не только пуджари. Said one can come and clean the temple of the Lord. Например, Господь говорит, каждый может приходить и помогать в уборке храма. One can come and plant flowers and make nice gardens for the deities. Человек может, например, собирать цветы и делать из них прекрасные гирлянды для божеств. One can build a temple. Можно строить храм. So many different ways that one can render service to the deity. Есть много разнообразных видов служения для божеств. So festivals are opportunities for this devotees to increase the devotees' opportunities for service to the Lord. И вот фестивали являются замечательным способом получить огромные разнообразные возможности для служения божеству, Господу для каждого преданного. So now they're having arti, we should have kirtan. И сейчас, поскольку божествам предлагают арти, мы должны провести киртан. We'll end here. Здесь мы закончим. Hare Krishna.